пятницу в 22:15 поговорим о самом бедном из искусств барте-повара. Почему бедное не всегда дешевое? Как построить вавилонский зиккурат из коряги? И как художник Николай Полиский сделал бедность самым узнаваемым русским брендом? Вторую часть программы мы посвятим подхалимам. Лучшие песни о ФСБ, портреты президентов, стихи о Единой России, кто их исполняет и что за это получает. Все самое сладкое в одной тарелке. Не упустите мус. Музы с Анной Мангай и Ольгой Шакиной.